Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в пятницу недалеко от столицы Перу города Лима, передает агентство Reuters со ссылкой на Геофизический институт Перу. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в провинции Юэс в 130 километрах к юго-востоку от столицы. Очаг подземных толчков залегал на глубине 94 километров. Согласно данным агентства, толчки ощущались также и в Лиме. О жертвах и разрушениях не сообщается.